фильм посвящается народному художнику Советского Союза Ерванду Кочару. Айрес. Кирита Огер. Отец мой был простым торговцем вина, а мать была неграмотной, но очень талантливой женщиной. Помню, как она вышивала. Вышивала так, будто рисовала иглой. Я ее очень любил. Очень. Сейчас никого нет в живых. Ни отца, ни матери. Я остался один. Совсем один. Да, постарел я, постарел. Устал от жизни. Я даже не знаю, сколько мне лет. Жена говорит, что у меня все перепутано. Не знаю. Старость очень плохая штука. Нет. Что бы там ни случилось, человек должен работать. Работать, работать и работать.
отцом. Плохо слышу. Я рисую человека, но его не чувствую, потому что не слышу его. Не чувствую человека. Я живу в молчании и одиночестве. И часа без. Ну, что мне еще сказать? Старость очень плохая штука. Очень, очень. Эс вечерец. Я сивал да бивал. Шат, 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 шат. В последнее время я болею. Из дому не выхожу. Хочу идти к моему Давиду Сосунскому. Но не могу. Я по нем очень тоскую. Thank you.
часа без. Терцуре шат-ват-ване. Шат-ват-ване. Что мне еще сказать? Старость очень плохая штука. Когда это я был молодым, даже не помню. И вообще, был ли я молодым, тоже не помню. Создан не мною, а великой природой. То, что взял от природы, то и вернул ей. Thank you.
это будет моей последней работой. Я уйду, но придет новое поколение. Новая жизнь придет. Армянская студия документальных фильмов.